Всем хай, с вами Галлиант, мы продолжаем играть в The Elder Scrolls Fallen Oblivion. И мы остановились, я не помню на чем-то интересном точно. А, вступили в гильдию магов, и теперь мы должны идти на задание паломничества. До меня дошли слухи о нападении на часовню Ибеллы в Анвиле. Анвиле. Где этот Анвиль? Давайте поищем на карте. Так, ну на карте, сказал же. Анвиль. Уорл? Он где-то внизу был, Анвиль. Он был внизу? Так, сначала нужно выйти отсюда туда, и тогда мы узнаем, где Анвиль. Давайте выйдем из города. Эх, вот не играл 2 дня в Обливион и сразу все позабыл. Я, кстати, зашел в игру и начал вспоминать, как используются заклинания. Честно, не помнил. Оказывается, они кидаются на С. Да. Ой, полетел скилл. А далеко летит? Очень далеко. Классно, да ведь? Это я. Здорово. Так, Анвиль. Где находится Анвиль? Анвиль находится вон там. Лагерь Элис. Вот он, Анвиль. Полетели. По идее, в Анвиле же должно быть задание по гильдии магов. Надеюсь на это. Но сначала давайте пойдем в часовню. Так, нам куда? Там нас, что ли? Добавлено задание. До меня дошли слухи, что на маленьком острове в Небейской бухте появилась странная дверь. Отправиться туда и смотреть ее. Нормально, зашибись. Да, дверь я люблю. У нас задание же не поменялось. Паломничество. Да, я понимаю, это мы должны пройти. Потому что часовня, вот она. Да, часовня тут. Так, прыжок через Е. Опа. Тихо. Той сущности бить сильно всякое оружие. Ты бы рот открывал, было бы нормально, да. Нам сюда внутрь, я понимаю. Да, нам внутрь, погнали. Нарушили закон, а ваши мольбы в часовнях. Это жестко подошло, да? Так, это труп. Так, мы взяли ключ от часовни. Отдыхает или мертва? Потому что она похожа на того, кто чилит. Зашел, шмонает трупы. Что-то, мне кажется, я неправильно что-то делаю, да? Так, тут должна быть какая-нибудь информация. Давайте поищем ее. Где ты так? Использован ключ от часовни Анвиль. Тихо. Лови. Вот это плохо. Нет, нормально, я думал, он меня убить может, не может. Экзоплазма. Опа. Опа, 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 опа. На него не действуют атаки. На него не действуют физические атаки, это же дух, точно. Так, ты, экзоплазма, тихо будь. По идее, я мог бы у них что-нибудь спросить, они бы ответили мне, как они умерли. Но мой персонаж не хочет задаваться такими неинтересными вопросами. Больше интересно, как их убивать. Так, тихо, это плохо. Ага, ага, ага. Манта кончается. Давай, 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 пожалуйста. Нормально. А как их убивать, если у тебя нет магии? Например, если бы я выбрал класс без магии. Не знаю. Так, шкатулка для даров. Костная мука, латунное кольцо. А что тут вообще делают эти духи? Так, мне нужно похиляться. Что? Электризующее касание. Холодное прикосновение, успокаивающее касание, поглощение здоровья, отпугивание нежити. Открыть очень простой оборона. Что? Откуда у меня эти заклинания? Да потому что я вступил в этот? В школу магов? Мне кажется, да. Звездный свет. Свет 20 футов на 60 секунд на себя. Это потом воспользуемся. У нас тут остался еще один призрак. Я ищу какие-либо доказательства вообще того, что тут кто-то был. Кто-то устроил же эту резню. Нам нужно понять, кто именно. Ой, он прям в меня попал. Нифига себе ты меткий. Нифига себе ты меткий, бро. Да. Опа. Оп.
Оп-оп-оп-оп, тихо-тихо-тихо-тихо. Все будет задоджено. Вы будете задоджены, молодой человек. Нарисован красиво. А-а-а, был промах. А еще одно попадание нужно сделать. А это какой-то крепкий, они походу все имеют разное количество здоровья, да? Два промаха по одному и тому же духу. До свидания. Экзоплазма. Ну падает с них одно и то же. Тут ничего нет, кроме духов. И я их просто по приколу, я понял, убил. Коинфы тут нету, проходов никуда нету. Печально. Печально. Угу. За что у нас по заданию? Алтари, алтари осквернены. Мне следует отправиться туда и все смотреть. Я смотрел все, что? Ничего нового не нашел. Алтарей тут нет. Какое-то слово написано. Непонятное. Кто их убил-то? Туфли есть. Давайте-ка заберем все. Блять. Ну ладно. Смотреть-то смотреть. Трупы трупами. Никакой новой информации нам это не дает. Мне зажечь их надо? Они не зажигаются. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тоже знал, да, что накинется на меня горение. А, так вот сюда же можно выйти. Холл. Тут же есть холл, точно. Туплю немножко. Тихо-тихо. Это круто. Мы просто берем и уходим. Что у нас? Пергамент. Доклад о чем? Это катастрофа там у них была. Так, закрываем дверь, идем в следующую. Тут у нас что? Хлебушек. А все съедим. Я персонаж давно не ел. Гад. О, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, это что-то интересное. Как вы знаете, я не ворую. Я беру то, что принадлежит не мне. Я просто беру то, что принадлежит не мне, именно. Это не воровство, это кража. Ай. Так, мое, 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 мое. Песня о пеленале. Мое, мое. То, что можно съесть, надо забрать, оно испортится, поэтому это не кража. Вот если бы это не портилось, это была бы кража. Арганианский доклад. Книжки, 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 книжки. Яблоки, крабовое мясо. Все нормально. Я готов узнать, что было дальше. Так, деревянная дверь. Какая-то хорошая комната. Чем-то интересным. О! Идеально. Мне? А мне это не надо. Тут у нас что? Деревянная дверь. Навык атлетики повышен. Чернила, факел. Пытание святой Алексии. У нас нет? Тут ничего у нас нет. А где полиция? Тут же, блин, должно быть хоть что-то. Стража там, которая все будет осматривать. Которые такие, блин, мы не знаем, что случилось. Могло быть и хуже, да. Ну, раз мой персонаж из этого ничего не выводит, да, значит, тут ничего, в принципе, и нет. Угу. Был? Я был. Так, еще раз давайте осмотрим низ. На всякий случай. Были души. Если ничего не будет, то пойдем отсюда. Катулки для даров.
Мы просто время сейчас тратим, эти я ничего найти не могу, то смысл искать, да? Ухи для дорог, тут тоже ничего нет. В принципе, ничего нет. Нигде нет ничего. Я смотрел с вами полностью церковь. Никакую информацию мы не получили. Поэтому уходим. Ну, кровь есть. Странная штука, странная. Еще кто-то явился послушать разглагольствование сумасшедшего. Атака на часовню ангела. Это только начало. Уморил вернулся, как предсказал на смертном одре Пеленал Вайтстрейк. Уморил? Кто это? Уморил неоперенный король-маг Айлейдов, правивший этой землей за долгие века до становления человечества. Он был низвержен Пеленалом Вайтстрейком, но дух уморил. Это же другая озвучка. И теперь вернулся отомстить богам. Это знаете, как говорить так? Эй, всем хай, сегодня мы будем убивать людей. Ладно, кто такой Пеленар Вайтстрейк? Неужели никто не помнит легенд древности? Святой Пеленал, легендарный божественный крестоносец, соратник Олесии в период, когда ею свергнуто было правление Айлейдов 3000 лет назад. Ну, недавно, в принципе. Пеленал с помощью богов бился с айлейдским королем-магом Уморилом и сразил его. Но дух Уморила выжил, и теперь он вернулся. Крутой, крутой. Просто скажи, кто напал на часовню. Неужели ты не понимаешь ничего? Кровь говорит. Я могу прочесть древние руны, если ты не можешь. Погнали. Ас, ойобала, умарилей, элнадаракувар. На языке айлейдов вечной властью Уморила боги смертных должны быть низвергнуты. Проклятие на древних врагов Уморила и угроза. Я не знаю, что ты меня хочешь. Так, как мы можем остановить Уморила? Увы, Уморила не остановить. Без помощи богов, без реликвий крестоносца, без защитника боги не смогут действовать. Кто среди нас достоин обладать вооружением святого крестоносца? Я найду реликвии. Отправишься ли ты на поиски святых доспехов Пеленала Вайтстрейка? Да, конечно. Легендарных реликвий, веками разыскиваемых могучими воинами. Ты достойный рыцарь. Да, я достойный рыцарь, но вообще-то я маг. Тогда я уверен, что ты без проблем найдешь реликвии самостоятельно. Тебе определенно не нужна помощь ни людей, ни богов. Почему же вдруг почтенный рыцарь пришел ко мне за помощью? Реликвии крестоносца. Поиски реликвий. Можешь ли ты назвать себя достойным рыцарем? Нет, я не ищу славы. Скромность — хорошая отправная точка. Боги решат, кто достоин найти реликвии. Как я могу найти реликвии? Боги даруют проницательность тем, кого считают достойными. Почему и как они действуют, не предскажет никто. Я могу лишь сказать вам, что традиционно рыцари, желающие отыскать реликвии, должны пройти путем паломника. Да ёб твою. Посети дорожные святилища девяти богов. Молись каждому и проси их покровительства в своей миссии. Если боги будут благосклонны, тебе будет дан знак. Отправляйся в путь с благословением девяти. Серьезно? Пусть 8 и 1. Серьезно? Да куда?
направят твои шаги. Подожди. Таинственный пророк поведал мне, что для поисков религии крестоносца мне нужно совершить паломничество ко всем дорожным святилищам. 8 и 1. Сначала было 8. Нет, это я знаю, подожди, паломничество. Паломничество. Это я тоже. Так, окей, а... Типа, что? Зачем я сюда пошел? Я просто время потерял. Мне надо по карте. Просто по карте. Найти 8 святилищ. Пойти... Да иди в жопу. Нет, давайте... вступить в гильдию мага сначала, карта. О, нам сюда. Нормально, все окей. Будем вступать в гильдию магов, это интереснее немного, чем искать святилище по миру, который я так не знаю. Нет, подожди, нам сюда. Это гильдия магов. Да, это гильдия магов, поняли. Благо, тут есть вывески, вот если бы их не было. Так, привет. Приветствую, стажер. Чтобы заслужить мою рекомендацию, тебе нужно просто показать свою физическую и душевную стойкость и способность к обучению. Да я не против, подруга. Рекомендация. В отличие от тех пустяковых заданий, что ты получишь в других отделениях, это серьезное дело, и оно будет иметь значительные последствия. Приступим? Давай. Да, каково задание? Тогда позволь мне объяснить твою задачу. Совет магов поручил мне разрешить ситуацию с золотой дорогой. Ой, я тут зеваю немножко, извиняюсь. За последнее время на этой дороге было убито несколько торговцев, а еще больше пропало без вести. Совет попросил меня положить этому конец. Тебе нужно помочь мне в этом деле. Продолжай. Думается, убийство – дело рук мага-разбойника. Единственная связь между всеми жертвами – таверна Брина Кросс. Туда мы направили боевых магов. Круто. Тебе нужно отправиться на север, к таверне Брина Кросс, и поговорить там с Ириэль Джурард. Она даст тебе дальнейшие инструкции. Все, спасибо за инфу. Ой, какая хорошая женщина, да? Зашел, она сразу сказала, что делать. Так, мне интересно, кто ты, мне хочу обмен. Нет, я хочу продать. Превосходные товары. Нет, не заинтересует. Я хочу тебе все продать просто. Не, понимаешь, денежка нужна. Я вот много это... чего не нужно, а вот денежка нужна. Шляпа. Грабли, вот покупай, да, там. Пальцы горы. Нет, зачем? Это мое. Так, и Эль ты хотел купить, да? 3 штуки. С тобой труд. Я уважаю твой бизнес. Благодарю. Что у тебя есть? Я могу научить тебя, если ты хочешь учить. Алхимия, нет, неинтересно. Береги себя. Что тут еще есть? Так, ты. Марк. Тихо. Нет изучений. Еще увидимся. У тебя. Привет. Возможно, тебя заинтересуют мои превосходные товары. Вызов скампа. Огненная стрела. У меня есть огненная стрела? Я знаю. Нет, мне такое не интересно, дружище. Мне такое не нравится. Так, ты. Приветствую, стаж. Чем ты можешь меня обучить? Будь внимательнее. Иллюзия, нет, неинтересно. Я ищу только разрушение. Мне интересна магия разрушения. Мы будем с вами жесткими магами, которые будут все уничтожать. Так, у нас с вами появилось новое задание, его надо выбрать. Вот, рекомендация, это Ниви. И погнали сюда. А, вы еще не нашли это место? Мне в ту сторону? Да, мне в ту, погнали. Ну, вот это задание понятно, да? Где находится... таверны и так далее. А где находится 10 святилищ, я вот понятия не имею. Хотя бы отметили бы, где они стоят. Ты кто? Майк знает много, говорит мало. Майк знает многое, чего... Так, ну мне неинтересно, что ты знаешь. Я иду в таверну.
Это вот это она? Она так рядом находится? Нет, нифига, это не она. Нам что, бежать и бежать, ребят. Так, подождите, а цена коня? Давай как коня посмотрим. Так, это украсть. Давай насчет покупки. Если ты хочешь купить лошадь, зайди внутрь и поговори с Клес. Понял, спасибо за информацию. Клес, мне нужна лошадь. Это как бы... И Клес. Добро пожаловать в конюшню «Спокойные лошади». Нужен скакун? Да. Купить лошадь. У нас лучшие белые лошади во всем Сиродиле. Это самые выносливые лошади, и только вороны и Чейдинхола быстрее их. А... 4000. Прощай. Намного проще кого-нибудь убить, у кого есть лошадь, и как бы забрать его лошадь. Намного проще и быстрее. 4 косаря. Я пока ниоткуда не достану 4000. Мне надо столько подземок пройти, столько заданий выполнить, чтобы я 4000 заработал. Я знаю, это очень дорого. Ну блин, видите, в чем прикол? Это же настолько сильно ускоряет прохождение игры. Более 4000 раньше за лошадь было нормально, она стоит дорого. Даже надо сначала правильно скрестить лошадей, вырастить, натренировать, потратить несколько там лет. 8. Опа! Кто ты? Жизнь или кошелек? Давай-ка. Нет, возьми сам, я тебе смажу. Если честно, такой расклад мне нравится больше всего. Все, огонь! Ебо! Подожди, братан. Опа! Лови! Так, назад. И быстро спасаем лошадь. Это же моя лошадь. Лошадь. Опа. 4000 за лошадь. Говорил, заплатить не буду. Давай-ка слазим. Забираем. И что там у тебя по деньгам? Да ты же бомж. Ты же бомжара. Поехали. Хотел 4000 платить за лошадь, я точно не буду. Вот и все, и не заплатил. А этот чувак, кому лошадь принадлежит, он убегает от разбойника, похоже. Мне же сюда, да? Да, мне сюда. Лошадь, стой тут. Ты теперь моя. Тут можно было где-то лошадь поставить. Сейчас нормально заедем, по-нормальному. Ты мне? Я нашел эту лошадь вообще-то на дороге. На меня-то гонишь. Берет и гонит на меня, блин, ни за что, ни про что. Так, нам внутрь. Перед тем, как мы пойдем внутрь, я не знаю, что там будет, поэтому нам нужно лучше всего залечиться. Не хочу есть еду и лечиться неправильно. Как по мне, лечиться надо либо снадобьями, либо магией. Я знаю, что в Скориме, Обливине, вообще в ТС-играх еда лечит, но это как-то, знаете, ненормально. Поэтому мы делаем все правильно. Все по магии. Это ты? Да, это я. Привет. Привет. Продолжай. Так, а ты... Кто мне нужен? Мне... Я уже забыл. Мне надоело болтать. Заткнись. Мне нужно поговорить с Эриэль. Эриэль. Здравствуй. Перуа, Камила, Виктор. Привет. Вот она. Приветствую. Чем могу помочь? Тебя послала Карахил, так? Так, так. Иди и поговори с Кристофом. Сними комнату на ночь. А когда будешь в своей комнате, я зайду навестить тебя. Если кто-нибудь будет расспрашивать тебя, говори, что торгуешь, путешествуешь с товарами и ничего более. Не говори никому ничего другого. Нет, увы,
Боюсь, я не знаю дороги в Чиндинхол, но желаю тебе удачи в твоих странствиях. Прошу извинить меня. Я прощаю тебя. Так, значит, с ним надо поговорить, да? Добро пожаловать в таверну Брина Кросс. Могу я предложить тебе что-нибудь поесть, или, может, ты захочешь переночевать здесь? Да, я хочу постель. Дай угадаю, путешествуешь по делам? Ты не производишь впечатление человека, который будет слоняться без дела. Я торгую разными товарами. Ах, да, я так и думал. Через нас много их проезжает, вернее, раньше проезжало. В последнее время их стало немного, все из-за... Ну, ты знаешь, из-за убийств. Мне не хочется особенно распространяться по этому поводу. Все это плохо отражается на гостинице. Ладно, тебе нужна комната на ночь? Да, нужна. Хорошо. Кровать находится наверху, в задней части таверны. Приятных снов. Благодарю. Давай займемся делом. Нет, купи у меня что-нибудь. Да, ты ничего не покупаешь. Прошу прощения. Правильно ли я расслышала, ты занимаешься торговлей? Покупаешь тут, продаешь там. Да, это так. Тебя разве не волнуют все эти недавние убийства? На твоем месте я была бы очень напугана. Я сама уже несколько дней боюсь выйти из гостиницы. Береги себя. Мне бы не хотелось услышать об еще одной бессмысленной смерти. Удачи тебе. Благодарю. Пока. Просто мне все равно. Я как бы маг. Дальняя комната. Давайте посплю немножко. Она сейчас придет, по идее, пока я буду спать. Привет. Привет. Хорошо. Здесь мы можем поговорить без посторонних ушей. Мау. Когда ты отдохнешь здесь, тебе нужно продолжить свой путь по золотой дороге. Иди на восток в сторону Кватча. Я пойду за тобой. На некотором отдалении. Вместе со своим другом, боевым магом. Не пытайся заговорить с нами. Просто поверь, мы сможем защитить тебя. Если на тебя нападет этот трусливый маг, можешь без колебаний применять любые меры, необходимые для твоей защиты. Когда этот маг проявит себя, мы выйдем из тени и быстро решим эту проблему. А теперь поспи. Тебе нужно хорошо отдохнуть. Понял. Все, спасибо за информацию. Спать еще 8 часов. Все нормально. После ночевки в гостинице мне нужно отправиться по золотой дороге в сторону Кватча и быть постоянно начеку. Погнали. Интересный сюжетный момент. Привет. Это было. Угу, поехали. Так, мою лошадь забрали. Какой сторона Кватч? Анви, Кватч, все понял, куда идти. Погнали. Ага, они прям за мной бегут нормально. Прикольно сделано. Прям кайф. Здорово. Говори поскорее. Или же иди разговаривать с кем-нибудь. Я с тобой даже говорить не хотел, ты о чем? Я с тобой даже говорить ни о чем не хотел. Боюсь, твое путешествие закончится. О, я знал, что это она. Я заберу все, что у тебя есть. После того, как я убью тебя, конечно же. И я надеюсь, что ты окажешься побогаче, чем предыдущие. Они разочаровали меня. Я сейчас тебя еще и выбью, блин, мужик. Валите ее! Валите эту тварь, ребят. Давайте, вдвоем на одно. Куда пошла? Опа, 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 по лицу, по лицу. По лицу, по лицу. Смерть. Что тут у тебя есть? Мое, мое. Мое, мое. Ключ Камиланды и мое золото. Мне следует вернуться в Анвилл и сообщить Карахил, что Каминалда уничтожена. Спасибо за помощь. Отличная работа.
Теперь золотая дорога стала немного безопаснее. Тебе нужно возвращаться в Анвил и сказать Карахил, что работа выполнена, а мы останемся здесь и позаботимся обо всем. Спасибо большое за помощь, ребят, спасибо. Красавцы, они так сразу на нее налетели, то бишь я вот немножко отбежал, прям чуть-чуть отбежал, они такие сразу на нее налетели, начали... Она мне даже урона почти не нанесла, ну, нанесла, но немного. Да, похиляемся. Надо изучить способность хорошего лечения, чтобы хиляться прям так по-мужественному, чтобы так один раз нажал и все хп отхиляло. И надо, знаете, как сделать? Надо сделать... Так, лечение на 3. Во, кайф, кайф, с кайфом. Так, у нас есть комната, этот, ключ от каминалды. Не знаю, куда он ведет нас. Как дела? Нормально, я не знал, что это комната, сорян. Сейчас идем. Привет. Так, это взламывается, значит, это не эта комната. Вот, каминалда. Тут что-то будет, 100%. Ничего нет, восточная провинция. Персонаж из этого ничего не выучил. И тогда у него есть контейнер с 16 голды. Мне? Кто-нибудь, добро пожаловать в таверну Бринок. Почему? Подожди. Еще увидимся. Почему я вор? Что-то не въехал. Я наоборот забрал деньги у женщины, которая была вором. А меня обвиняют в воровстве. Бред какой-то. Не, ну игра мне нравится. Игра прям кайфовая. Как-то даже наслаждаюсь, играя в нее. Прям кайф. Так, второе задание мы выполнили. Стойте. Как насчет мага-разбойника? Маг-разбойник. Она-то говоришь? И она мертва? Да. Что ж... Ириэль и Рулиант сделали необходимое. Люди больше не будут гибнуть на дороге, по крайней мере, пока. Спасибо тебе, хорошая работа. Я отправлю мою рекомендацию Раминусу. Спасибо большое. Хотя, должна сказать, я сомневаюсь, что это принесет тебе какую-то пользу. Ты удивишься, как легко они забывают о нас, маленьких людях. Это не важно для меня. Мне главное, что я получил от тебя рекомендацию. И теперь могу вступить в гильдию. Так. Вступление в гильдию магов. Идем на следующую территорию. Ближайший город. Брума. В Бруму? Да не, не в Бруму, подождите. Я тут нахожусь. Мне надо вот сюда. Брума — это как-то слишком далеко. Мне нужно получить все рекомендации по карте. Тогда я смогу стать нормальным магом. Когда мы уже станем нормальным магом... Сюда ведь, да? Я... Что-то такое здоровые ворота прям. Не, похоже, я уже был в городе. Что за вход, да, в город? Прям. Сюда. Да. Мы не можем говорить тут. Тут людно. Встретимся за великой часовней в полночь. Смотри, чтобы не было слежки. Ты не пожалеешь о потраченном времени. Ардан, я вступаю в гильдию магов. Я уже жалею о том, что говорю с тобой. Привет. Здорово. Привет. Здорово, что такое? Гильдия сна. А вот и гильдия магов еще одна. Может быть, успеем задание выполнить, или хотя бы возьму его, да? Вот, если я хотя бы можно задание взять, значит, будет следующий. Что? Кто ты? Ох, какая разница. Я дружа. Тебе что-то нужно? Или просто практикуешься в Сиродильском? Рекомендации. Ох, нет, это забота Адриен, а не моя. Все, понял, спасибо за информацию, можешь больше не говорить. Что у тебя? Ты у нас мистицизм. Окей. Взгляни на мои товары. Наверняка тебя что-нибудь заинтересует. Облегчение ноши. Огненная стрела. Что у меня такое? У меня как заклинание называется? Называется мое заклинание. Вспышка. Урон 6. Подожди. Да?
Что-то мне нравится давай название Огненная стрела. Спасибо. Давай так поторгуемся. Скидку делает. Спасибо. Ладно. Заходи еще. Да, конечно, зайду. Нет, не зайду. Удачного тебе дня. Так, ты у нас сильный. Я Сулинус Васинус, гильдия магов. Весьма рад познакомиться с тобой. Рекомендацию. С этим вопрос. Адриан, все, окей. Займемся обучением. Позволяет использовать заклинания, призывающих существ из иных миров. Нет, мне это не надо. Мне нужно только разрушение. Ты не найдешь лучших цен во всем там реале. Видимость к огню, шок. Да нет, я понимаю, что цены у тебя хорошие, и друг мой. Всего наилучшего. Проблема в том, как ты их используешь, эти цены. Точнее, на что ты их тратишь. И Адриан. Тебе нужен я. Дик. Здесь ты найдешь только качественные товары. Пылающее копье. 35 урона, блин, надо было у него брать. Грозовой Транах. Всегда держи свое магическое. Угу. Все, у меня теперь есть посох гоблина, он работает нормально. Так, тогда получается. Игра вылетел. Ага, каждый раз, когда я куда-то захожу, у нас есть сохранялка. Все нормально. Тебе нужен я. Всегда. Посох гоблина чиним. Замечательно. И теперь. И потом, значит, продаем многие вещи. Привет, стажер. О, привет. Полагаю, у тебя есть веские причины, чтобы отрывать меня от дел. Да, рекомендации. Боюсь, я еще не успела рассмотреть этот вопрос. Я очень занята, ты понимаешь? Исследования отнимают все мое время. Хотя, вот что я подумала. У меня есть небольшая проблема. Она касается Эртера, одного из магов гильдии. Не можешь ли ты помочь мне в ее решении? Убить его? Да, я сделаю это. Превосходно. У меня сейчас просто нет времени искать его опять. Но мне нужно поговорить с ним о записях, которые он позаимствовал. Тебе придется поговорить с коллегами. Вероятно, кто-нибудь что-нибудь о нем знает. Дай мне знать, когда он вернется, и ты получишь мою рекомендацию. Хм. Спасибо. Так, ладно, ребят, на этом мы заканчиваем наше прохождение Oblivion. Следующая серия будет выходить уже завтра. Всем огромное спасибо за просмотр. Серия, кстати, выходит 18.45 по МСК. Всем огромное спасибо за просмотр. Удачи вам и до скорых встреч. Всем пока. Всем пока.